Знакомьтесь, первый в мире глубоководный исследовательский корабль «Батисфера». 27 мая 1930 года Бип Бартон провели свое первое пробное погружение берегов Бермудских островов. «Батисфера» крепилась к стальному тросу длиной 900 метров, который помогал судну погружаться в воду с палубы бывшего британского военного корабля. В 1932 году они осуществили погружение на 450 метров, в то время погружение на 150 метров было пределом. Чем глубже погружались Бип и Бартон, тем больше поражались от разнообразия подводной жизни. Многие из видов океанических существ они никогда прежде не видели. «Батисфера» представляла собой сферу менее 1,5 метров в поперечнике. Внутри было полно всякого научного оборудования. Телефон для связи с наземным миром, электрические лампы, баллоны с кислородом и емкости с содовой известью и хлористым кальцием для поглощения углекислого газа, выделяемого людьми.